Всем привет! С вами компания «Электромотор», и сегодня мы поговорим про аккумулятор BB Battery MPL8012. Представленная аккумуляторная батарея относится к типу необслуживаемых батарей, изготовлена по технологии AGM. Данная батарея не требует долива дистиллированной воды на протяжении всего срока службы. Аккумуляторы торговой марки BB Battery являются лидерами на рынке продаж. Их очень часто спрашивают, они идеально подходят для котлов, для медицинского оборудования, для систем охраны и телекоммуникации. Сейчас мы детальнее рассмотрим, как же он выглядит вблизи. На корпусе вы можете увидеть маркировку аккумулятора. Емкость его составляет 80 ампер-часов, напряжение 12 вольт. Очень внимательно следите и остерегайтесь подделок. Обязательно должны две буквы совпадать. Сверху находятся клеммы. Красная – это плюсовая, черная – это минус. Можете сейчас поближе посмотреть, как они должны выглядеть. Обращаем ваше внимание на то, что нужно правильно крепить клеммы. Красная – к красному проводку, черная – к черному. Вот так вот он выглядит. Сбоку такая, как решеточка. Сзади все пластиковое, все качественное. Он герметичен, не требует долива воды. Не будет происходить утечка электролита. Его можно размещать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Категорически запрещается размещать его клеммами вниз. Приобрести такой аккумулятор вы сможете в компании «Электромотор». Менеджеры нашей компании с удовольствием помогут вам в выборе аккумулятора. Обращаем ваше внимание на то, что от емкости зависит время автономной работы подключаемых приборов. Звоните по номеру телефона 044-530-38.